Презентация обновленного здания началась прямо на улице. В числе прочего, в поликлинике отремонтировали фасад. Также собравшимся показали, как преобразовалась поликлиника внутри. За полтора года полностью заменили полы, окна и кровлю, сохранив при этом все особенности архитектуры. После реконструкции поликлиника заметно изменилась. Здесь стало на 8 кабинетов больше. Кроме того, в поликлинике появилось новое современное оборудование. Для этого из бюджета всех уровней было выделено более 50 миллионов рублей. Поздравить медиков с новосельем приехала министр здравоохранения Оренбургской области Тамара Семивеличенко. Это наша работа, это практически вся наша жизнь. С раннего утра практически до позднего вечера. И когда находимся в нормальных условиях, когда не раздражает это больных, которые вынуждены сидеть в узких и душных коридорах, когда вашим помощникам легко и удобно помогать вам, я думаю, что это огромное дело.